Всем привет! С вами Дмитрий Лосев из магазина «Шут» Меховой на Тверской. К нам сегодня зашел мой любимый учитель по английскому языку, Анна Федотовна. Да. Вот мне очень нравилось у нее учиться, всегда были хорошие оценки. Вот крайние, то так, то так. Вот. Мы сегодня выбирали шубу из норки. Выбирали из расцветочки светленькой, из ореха и темненький махагончик. Вот мы с вами остановились на темненькой, да? Ну, это вот оно подошло, такой очень хороший мех, очень приятное, села по размеру и очень такая приятная, очень удобная. С капюшончиком, пожалуйста, и можно капюшон надеть, когда прохладно, когда холодно. Такая тепленькая, да, очень хорошая, удобная, длина прям такая. Да, вот. Прогуляться, да. И в автобус, в автомобиль. Да, да. Вот, капюшончик удобный, да. Рукавочки мы подогнем, немножечко подогнем и прихватим иголочкой. Мех здесь очень густой, теплый, вот толстенький, да. Вот если даже сравнить с другими норками, здесь более толстая, прям набитая норка, очень хорошенькая. Вот, удобно вам, хорошо? Да, удобно. Теперь, наверное, будете гулять вечерами, дышать свежим воздухом. Подарок такой, вот. Подарок на 8 марта. Да, вот. С наступающим, да, вас праздничком, спасибо. С 8 марта, хорошего настроения вам. Спасибо, вот, спасибо. Здоровья, да. И... Ну, чтобы шубка поносилась, да? Да, да, да. Ждем и вас за шубами. Учительницы, учителя, всех. Приходим, одеваемся по-модному в Меховом на Тверской. Всем пока.